Мы находимся на территории Турковского района в хозяйстве КФХ «Менахин» на уборке сои. В хозяйстве общая площадь земли составляет порядка 4000 гектар. Из них в этом году 1700 засеяно соей. Уборка происходит комбайнами «Россельмаш», три комбайна «Акроса», один «Тором». При начале возделывания сои нужно было принимать решение, чем мы будем ее убирать. Выбор пал на жатки компании «Россельмаш» «Флотстрим». Особенность данной культуры заключается в том, что у нее очень низко расположены бобы. И данная жатка нам позволяет произвести очень низкий срез и собрать урожай без потерь. Когда встал вопрос о приобретении нового комбайна, и мы покупали комбайн, то сразу приняли решение отказаться от идущей в комплекте PowerStream зерновой жаткой и сразу приобретали с FlotStream. Таким образом, тоже была экономия, мы не тратились на дополнительный адаптер. В хозяйстве используются 4 жатки «Россельмаш» «Флотстрим». Первую жатку приобрели 3 года назад как универсальную жатку, так как ее можно использовать для уборки не только сои, но и пшеницы. У нее блокируется плавающий стол и можно убирать зерновые культуры – ячмень, пшеницу, овес. Таким образом, мы выиграли в экономии. Не нужно покупать другой адаптер для уборки зерновых. Мы зерновые убираем флотстримом с заблокированным столом плавающим, распускаем его и потом убираем чечевицу напрямую и сою также напрямую компонирование. Жатки в хозяйстве все 7-метровые. Это такое решение для удобства транспортировки и в связи с невыровненностью полей. Данная жатка имеет гибкий режущий аппарат, что позволяет копировать рельеф почвы как в продольном, так и в поперечном направлении, что сокращает риск потери низко расположенных бобов. Граблина оборудована пластиковыми пальцами, что уменьшает вероятность выхода из строя режущего аппарата. Мы по сравнению с зерновыми жатками повысили качество и скорость уборки. В смену один комбайн убирает примерно 25 гектар. Свои деньги данная жатка отрабатывает. Выбор был в их пользу в связи с тем, что это наш отечественный производитель. Используем также отечественные комбайны. И выбор этот сделан именно с немаловажным фактором, как ремонтопригодность. Наличие запчастей у дилера, сервисное обслуживание. Работа сервиса службы нас вполне устраивает. Ребята работают и реагируют быстро. На ТО приезжают оперативно, вовремя. Все работы производят качественно. Если какие-то проблемы по гарантии возникают, также ремонт производится быстро. Вопрос к сервисной службе пока не возникало. Ребят, молодцы. Мы надеемся на дальнейшее сотрудничество и плодотворное взаимодействие. «Россельмаш» – агротехника профессионалов.